Погнали на орбитку. Так, куда лететь-то? Ну, где... Сатурн. О, кольца Сатурна. 28. Я там еще не был. Ну, так как раз дредноут, это уже дополнение. ТТК. На кольца Сатурна отправляемся. Офигеть. Кому сказать, куда я отправляюсь? Скажет, ты что, дурак, что ли? Интересно, они со всеми дополнениями добавят всю солнечную систему? Планета? Я тоже об этом думал. Не знаю. Может быть. Просто изначально ж не было вообще Сатурна. Ну да. На Марсе заканчивалось. Сатурн это такая уже появилась. Ну они сколько? 20 лет обещают это? До 20-го года развивать игрушку, да? Эту? Да что такое, да. Ну, значит, добавят. Сейчас же слышали, новую планету нашли какую-то там, которая да, раз в 20 тысяч лет там пересекается с Землей рядом. Ну что, увидим как-нибудь ее. Ну, пока по всем признакам это именно 9-я планета. То есть не планетоид, ничего такого, именно планета будет. Кольца. А что такая дырка в кольцах Сатурна? Там же ты смотрел, это война. Когда в ролике взрыв был, он разнес все эти. Да. И видишь, гравитация своя появилась. Тут тоже было как раз. Вот этот дяденька тоже там летал. Брательник, это королева. Мы прибыли полутать. Вообще, конечно, мне вот в играх, в фильмах не нравится. Вот это показывают, такие камни летают. Вообще в космосе вот эта пыль, она реально пыль. Там песчинки, они охренеть какие маленькие. Ну да. Это ж, по-моему, на корабле как раз этой Ирис Морн летим. Возможно. По-моему, ее. Просто даже внутри похоже на ее дизайн. Дизайнер крутая. Да ее, да. Да, ее. Ну, если это ее. По крайней мере, это тот, который готовили. Ну да, с логотипом. Это круто, Бэйн. What happened? Everything all right? Why wouldn't we be all right? We're just stuck here with no ship and no transmat zone. Great. У меня руки так долго качаются, это офигеть. Экзотики? Ага. Да вообще жесть, да, экзотик долго. Ну я руки накачал в прошлой неделе, что давал этот ксур. Сейчас ноги качаю. Но у меня наоборот, это башка была. Ну да. Вот я ее прокачал. Alright. I'd like to tell you the strength of the city is behind you, but as long as that dreadnought's still firing, we can't risk reinforcements. Head inside, see if you can find whatever's powering that weapon. New mission. Same thing we saw right before Phobos fell apart. Might be some kind of probe. Expect trouble. Какие-то ленточки. Тут что, художественная гимнастика кто-то занимался, что ли? Ой! Блин, я тоже вниз. Жесть. Доктор пришел. Так а что не пропали скоты? Вот я не знаю. Там туда. Тут же этой надо, Гастом. Да я знаю, но они по идее были. Как это вы так идете? Приколюхи. А мы это, по воздуху. Умеем. Как в бриллиантовой руке. Ну, ходите да. По воде практически. Ты чё за личинки такие? Да, я вот как раз их отстреливал тоже. Так, тут что-то просканировать, по-моему, надо. Вот тут, по-моему, есть этот. Вот здесь, если я не ошибаюсь, лежит фрагмент. Нет, дальше. Дальше? Угу. Вот, я нашел дырку. Я покажу. Нет, есть дырка, да, я просто этот фрагмент. Дырка нюх. Так, вот сюда, там сюда. Ну, в смысле, не сюда, но где-то здесь этот дырка. Нет, вру. Там дальше была дырка. Вот здесь вот дырка. Не-не, я не та, про Гаста.
А, про ГОСТа? Нет, значит, она не здесь. Ну, там не ГОСТ, там фрагмент. Ну, фрагмент, да. Там немного не достанешь, только через решетку его можно зацепить. Блин, какие-то тут катакомбы такие страшные. Ну, то ж корабль интервентов этих. Так, нет, не здесь. Здесь, не здесь. Жалко, а фонарик ГОСТы, нельзя включать. ГОСТы, Коль, кстати, смотрели, я так и не понял, на каких она эти... На каких они... Как их называют, блин? Там светильники, помнишь, какие-то показывали? Ах, блин, да. Я бы кого-то, кого-то ударился, блин, об жопу. Видите, да. Вот и я, походу, об твою тоже. Да нет, я после вас всех троих иду. После вас двоих. Кто-то меня скинул, что ли? Да вроде нет. Ну да, да, вроде нет. Так, прыгай, Жека. О, вижу гуру тобой. Да ё-мо. Не, ты сам упал уже. Я знаю, я не включал этого ГОСТа, я не видел. А, да и все. А, о, как вы видите, ну понятно. Ну ГОСТа включаешь, они появляются. Так, а я просто здесь наугад прыгнул, и передо мной нарисовалась штучка. Не, не здесь. Ну так хрен с ним, он сюда все равно. А он по пути наткнемся на дырку. Сканируй. Костом своим. Попрыгнуть надо. А мы будем отстреливать. Да не, мог бы я отсюда достать. Просто на улице. Не доставало. Не, ну ты на нее наведи ему этой курсором. Все. Бабах. Вроде как дальше. Окей, it's down. Окей, it's down, сказали. It's down или не down? Down, down, down. Фиолетовые патрончики. Так, а куда мы идем? Да надо новый реактор снимать. Да, второй реактор. Вон он, нашел. Ой, ё-моё. Что, упал? Что ли? Да чуть не упал. Чуть-чуть не считается. Сканируй эту хрень. Блин, перезаряжаешь постоянно, не в удачный момент. Да, отучи себя от этого. Выстрелил один патрон и стал перезаряжаться, да? Нам также по той же. Вон они, видите, где идут, вот так таким нам туда. Блин, кинул гранату. Куда убежал? Андрей, знаю. Ну, бегу вроде. Где-то этот самый бар визор. Чувакосы пускают. Халдун? Шайтан? Ой. Сейчас щиты сниму. Щиты сниму, мне будет уроном. Готовы? Стреливать. О, а чё она не заюзалась? Сканируй. Сканируй сначала. Я же досканировал. Блин. Да нет, у меня висит. Что много сканировать. Я уже сканирую. Да я засканировал ее. Только он какой-то странный. Не верим. Все, еще раз сканировать. А я сканирую. Ну да. Я сканирую. А я ж не знал, я ульту сразу заюзал.
сканируй. Я отправил лучше. Уже отправил. Weapons down. Weapons down. Okay, what's our next move? We need that transmitter up and running. Скорее всего, вот это на арену. That'll be your best bet. А нет. Туда. Я думал, бесконечно, блин, потолок. Что-то совсем на кольца Сатурна не похоже. Там мы на дредноуте, на корабле, на этом, который там в это, в эпицентре этого взрыва. Блин, ты елки. А что такое? Куда вы делись все? Я прыгнул в этот. С надеждой, что долечу, и просто отстреливался. То есть не смотрел, куда лечу. Ну и не долетел. Надежда умирает последней. А я вообще не прыгал, я просто упал и все. Слепо верил в проводника. Ты бежишь вроде, я за тобой. Ну как я тогда же к тебе завел? Тоже упали за мостиком, все, опа. А, да это вообще. Он главное, я прыгаю уже, и все, полет уже не остановить. И он исчезает. Отлично. А я тоже в самый последний момент прыгнул, но не успел двойной прыжок сделать. Он меня не умеет, он как бы в воздухе, если я что-то тормознул. И все. Кабал. We'll deal with them later. Secure that transmat zone. О, у меня там даже синяя это энграмка. Хочу нафармила. Да это я выбил ее только что. Так, она вообще-то назад, пацаны. Я знаю. А что мы туда лезем? Я просто пострелять. Качаемся. Красивые какие. Че, ульту юзал, да? Шарики. Сюда подходи, Андрей. На точку становись, на эту. Ага, бублик. Тут просто они... Прикольно. Нормально. Бах. Ну да-да. Воткнул. Вот, а теперь не подохаживай. You landed a guardian on the dreadnought without authorization? Да ёпта. Они кто-то ретируются, сволочи. Сейчас танка просто нашкарит. Да-да-да. Ух ты, блин. Прилетела ракета. Рассматривал, что там происходит. Там хэвики должны валяться. I'll bring down some ammo crates from the ship. You're going to need them. Патрончики кончились. Я хэвики нашел. Да, они висят, эти светят. А, да, вижу. Самому их подобрать тоже. У меня закончились. Привет. О, наводись. Ты ё-моё. Кто-то бомбит. Черт, не да. Да. Почти чуть-чуть. Ай, блин, сволочь. А, там еще этот самый. Андрей резкий. Ты Текин еще, блин. Ой, ага. Текин этот. Кабал подошел, кажется. Не, ну или живи.
Живи. Да, подожди 15 секунд, просто потуси где-нибудь. Да сейчас резко. Там ему пару плюхов осталось этому танку, блин. Есть, нормально. Ну, у меня может тоже резко. Что же ты хотел почем? Бляха, мам. Ни хера. И вроде резнул тебя, и тут же сипки. Все умерло. Шайтан машина. Там еще огр, блин, молодец. А вот уже все, сейчас все пропадет. Добили сам. Может, я добью огра. Your victory, no matter the method, is a Vanguard victory. You have our thanks. Oma. Everyone loves a bad idea when it works. Now, excuse me, Guardian, I have to go have an uncomfortable conversation with Eris about her ship. Get home safe. Все. Да, слушай, стреляет по мне. Миссия главная. Они не пропадут, это местные, короче. Ну, да. Все. Выгнали нас отсюда. Так, ну что, они подарят? Ну. О, подарили что-то. Тапочку дали. Нормально. Три раза померли. Жека даже 6 раз умудрился где-то. Дальше падал. Ну так. Так, смотрим дальше. Тебе сюжетку надо пройти. Меня в город, по-моему, хотят послать. А, ну может быть и так. Мы ж не видим твой экран, поэтому... Сейчас в город тогда слетаем, посмотрим что-то. Жека, это ты там печатную машину просто сказал? Это мой... Майкл. Нифига себе, слышно круто. Ну, у меня микрофон. Вообще, вот так слышишь? Шипение. Да. Я руки... Сопение. Ну да, я руки потираю в 10 сантиметрах от микрофона. Чувствую. Еле-еле просто поглаживаю. Просто, то есть он... Это конденсатор, он чувствует там дыхание, все подряд. Поглаживаешь руки. Что был за шорох, да? Это я пятку почесал. Да-да-да. Я думал, наждачка что-то тёр, да? Так, сейчас дадим тут. Какой-то хантер что-то хочет сказать. Ну, твой же этот командир авангарда. Так, этот мне что хочет сказать? Гудвок, короче, они меня все хвалят, что я гудвок им делаю. Это вообще красавчик, говорит. Ну да, тебе, а нас, видишь, нас не хвалят же. Да. Говорит, такой красавчик, слушай. Оль, кстати, ну сейчас из этой выйдешь, когда на меня посмотри. Где-то есть, не вижу. Слева. А, вижу, ну. Вот видишь шлем? Это вот как раз это ага, спикера. Угу. Вижу. Клево. Ну, то есть такая маска просто. Без характеристик, что ли? Да, она никаких нету. То есть это по городу чисто походить можно у ней, да? Это было ивент к Хэллоуину, по-моему, что ли. Ну да, она у тебя и этот самый заменяет, и капюшон все девает. Да, да, да. Ух ты, какая пушка. Сейчас. Эй. А, вижу, ага. Выбил у меня, сволочь. А я другой, там, я футбольный там находил. Да-да-да, здесь футбольный, сейчас я футбольный допинаю сюда. Давай. А, его что-то нету, смотри, он здесь лежал в прошлый раз. Да, кто-то отпинал его уже, походу. А, вот он, есть. Спасуй. Давай, давай. Да он подзастрял. Да ты его запинал не туда, ну все, не достать уже. Может подуть надо? Пукнуть в него. Ой, я как-то залез туда. Ну, что-то и по-моему я там не застрял. Хер ты уже достанешь оттуда. Блин, пойдем Баршу отожмем у этого типа. Куда он его запинал? Лен, его куда отпинал. Да вот. Вот он, летает. А, вижу.
Блин. Он раньше, кстати, по-другому выглядел. Блин, он вниз упал. А он прыгает наверх очень высоко, поэтому его выпульнуть... Да я понимаю, его надо пулять теперь наверх. Он светится, вот он. Блин. А чем его бить? Давайте его за ворота выбьем, точнее за поле. Чем бить? Да ничего. Или просто толкать его? Просто разбегаешься, допустим. Подкат можно сделать. Хоба! Да. Блин. Подкат сейчас. Да елки. Слышишь, подкат? Тащу, оба. Выбивайте за поле его. Опа. Не выбивается, похоже. Не, выбивается, почему? Ну-ка давай. Забей гол. Опа. Подкатом я его. Еще и сыграно, как было. Да. Нет, шарик! Нет! Шарик, живи! Живи! С таким криком! Шарик! Я почти попал. Медик! Так, а он появился здесь? На орбиту? Ну да. А, кстати... Ну тут ладно, можно еще даже здесь гостов, но да ладно. Где? Ну пойдем. Ну я одному ему показывал возле спикера, да, а другие... Не, вот... Вот здесь, который. Где здесь? Вот тут должен быть. А где? Вот, где вы там? Наверх иди. Вот лестница, где мы... там на коробках, что ли? Да, да, да. На ящиках, да, есть там. Ничего есть нету? Нет. Ну, что он уже взял. А ведьма ты подбирал. А еще смотри, ты когда мне показывал, я тоже туда уже подобрал. Вот здесь встань, видишь, кнопка появляется, Activate Fun. Сейчас смотри. Залезь туда, ага. Не допустим. Эх ты. Сейчас. Блин. Нажимай. Ты прыгаешь, да? Да. Ну, я вентилятором. Да, я не нажимаю этот. Ну я понял. Ты включаешь вентилятор, меня наверх поднимает. Включай. Тоже пофаниться хочу. Пуканы разрывает там. Здесь можно еще попасть так, что сам нажимаешь на кнопку прыгать и вообще тебя наверх... Не, ну оттуда сложно, там бортик этот мешается. Ты оттуда не запрыгнешь, вот сюда залазь на эти, на лестницу. Разбегайся и прыгай. Да ладно, фиг с ним. Ладно, фиксим так, фиксим. Так, ну и чё? Всё? На орбиту? На орбиту, ну да. Орбитка. Тридцатый левел. Enemy of the my enemy. Что это значит? Переведи. Не враг знаю. Моего врага. Enemy это враг, что ли? Враг. Враг моего врага, да. На, он мой друг, значит, да? Мы едем знакомиться с друзьями. The Cabal have been there long enough to have real field intelligence. The path to Oryx lies on... Кабалы были интеллигентами, говорит. Кабалы были интеллигентами. Ну да. Да, наверное, ходили в шляпках. С пенсне ходили. Это Андрей только у меня лагивает или... У меня тоже. Ага. А вы у меня лагает. При загрузке, наверное. Это у меня интернет опять начал глючить или? Не-не, у всех. У тебя подлагивает. Вот Коля отлично слышит. Так, а что мы тут делаем? Нам корабль надо будет. Да. И можно проигнорить, конечно. Да, игнорим. Пока часа можно. Тут долго их пробивать нужно.
Блин, а дверь не открыта. Сейчас еще вылезут чуваки. Дверь не открыта. Ё-моё. Хера, ну ты встал под луч. Добра. Да я его и не видел. Ай-ай. Что воюют сами с собой все? Это не сами собой, это две фракции враждующие. Они враг моего врага называется. Вот эти кабалы толстые, они воюют с вот этими, которые на этом корабле на дредноуте на этом. Пятый элемент. Ну да. Есть что-то у них пятого элемента. Нихера. Открылась дверь. А, не, не открылась. Ну их походу на запинатор на всех. Ну там какой-то процент набирался. Ну да, вроде как пробегал он. О, открывается. Дверь сейчас чего-то вылезет, то можно, в принципе, заигнорить их. Погнали, короче. На лету убили. Сейчас подниму. Спасибо. Беги. Беги, Форест, беги. Беги! Беги, да. Вот эту дырку за мной. И все. Дырка. А как же качаться? Качаться. Ну закачался ты много там. Cabal protocol is to detonate any ship that crashes. If they haven't after all this time, it must be a base of operations. They're looking for something on the dreadnought. See what they know about Oryx. Шайтанская дверка. Прям один за одним подмили. Угу. Нормально. Ё-моё, упал. И чё, там не разобьёшься. Всё равно упал. Опа. О, да, баунти какой-то у меня. Что меток даже нету, куда бежать? Я даже услышал, как у кого-то в динамиках моя граната сработала. Все, ну, динамика взорвалась просто. Нет. Мозгу. А не знаю, у меня вот тихо стоит. У меня вообще наушники сижу. Сканирует компьютер. Это современный компьютер. Ну, если будущего. Залезь на него. Смотрю поближе технологии. The Cabal have located Oryx. He's protected in the center of the dreadnought, reachable only through something they call a rupture. Must be some kind of portal. Have the Cabal found one? They've got a team heading for it right now. Then I suggest you get there first. Кабал Фёст. Фестиваль кабалов тут будет сейчас. Что, бегаем, бегаем, почти никого нет. Коридоров понастроили. Респаун рестриктор появится. А, она уже здесь. А заселить забыли. Мавзолей. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Сейчас, наверное, опять тут табун всякого голда. Ну так, да. Тут Текен. А, вижу. А еще примус. Аун. We found the Cabal team headed for the rupture. They're outnumbered by Taken. Forget what they say about the enemy of my enemy. Something stands between you and the rupture. Put it down. Down.
какая-нибудь ракета. Нифига себе. О-о-о. Блин, он какое-то дерево вообще. Ну, да, есть такое себе. Дело. Нас же трое просто в сессии. Ё-моё, я сдох прям возле него, жесть. А сейчас... Сейчас подниму. А я под ним. Да не лезьте сюда, я сейчас сам стану здесь. А, ну ладно, спасибо. Раз уж так пойдем. Да ну нахрен. Хотел шоу-дына снять. Ты к нему на милишку не подходи. Так я не к нему, я к этим подошел, а он тут уже подлетел. Слушай. Обрадовался. Но. Ой, кого-то полапаю на Сатурне, висю тут уж, устал уже. Ладошки пробрыгнул. Вот этих чуваков, Псион, этот Текин Псион, лучше сразу мочи, потому что не раз этого. Тут только по нему один раз выстрелишь, он раздвояется. Два яйца раздвоятся. Не, ну правда. Ну добивать, короче, да, не оставлять. Я врата открываю. Давай. Отворяйте ворота. Толин spoke of statues the Hive used to navigate ruptures. We'll look for them. Сканируйте статуи. Ну да, там две статуи будут по бокам. Заваленные. Mm-hmm. Вот их надо. Ну, дайте вон еще. Она, одну нашел. Вот она одна. Ну я вторую тоже нашел. Да не надо дойти. Заюзал. А, нет, три. Их одна, три будет. Одна возле меня. Вот она. Сейчас я покажу. Ну, я буду стоять, где вторая. Ну, я тоже. Хост теряется. Не сканится она. Все, теперь к другой погнал. Теперь беги к другой. Беги, Форест. На, бежать, где, значит, Коля стоял. Вот сюда. Ля-л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 я. Прям в глаза заглядывает. Ну, тут в душу смотрит. Враг ты мне или не враг? Нифига себе. Вот теперь будет жопа. Да. Это полно будет. Пипец, ну благо, что не с одного места все эти будут. Пойду, наверное, погуляю. Что-то что-то вообще, конечно. Поближе посмотреть хотел. Ты отсюда посмотри. Они как бы и сюда добегать успевают. Руби мечом. Да у меня патрона на него нет. Нихера я отлетел. Кто это меня добил? Патрона нет, наверное. Чё, забегать в ворота? Нет. Твик. Сейчас я попробую. Там просто еще здорово. Да, здорово должно вылезти. Не, тут он прям отталкивает, нифига себе. Да. Then it's true. Only the ascendant can will a rupture to open. Что происходит вообще? О, вылазит, здоровая. Ульта. Давай, я потом свидание.
А, куда? Куда? Не пропадай, стой. Живи. Блин, у меня ульту отбил. Вот скотина. Прикинь, срубил ульту мне. Блин, они еще с боков появились, оказывается. Он ульту забирает, сволочь-то. Откатывается. Даже у тебя круто повезло, что ты успел его заюзать. Ну да. Черт, на пулемет закончились. Блин. Уже добьем. Да. Я за хэвиком. Там еще луту выпал. Забери. Будь другом. Черт. Ты че? Что-то я пробегал где-то, не понять, что делать. Не ты был, блин. Ты поотмазался, да? О, левел ап. 33. Отмазался. Да я тут был, просто это самое пробегал. Мы тут получали по башке. Нормально так. Я пошел в бок просто там посмотреть. Че интересного увидел? Че думаешь, допрыгнешь? Да я и так допрыгну. Но. Я ж не ты, я допрыгну. Апгрейд. Ну-ка. Ну. Надо. Пистоль. На Луне что-то есть. Там везде, на каждом. Океан, Шторм, Мун. С какого, в какой стороне? А, вижу, вверху. На Луне. Вот Dark Beyond, да. Lost to Light называется. Давайте на Луну, на Луне еще не были. Стопудово. Ну, Армстронг был. Ну, и что ты сейчас под сомнение видел опять? Подвергает. Его всегда подвергали, что там якобы никто не был. А сейчас тем более, да? Ну да. Якобы там кто, оператор, который снимал, признание дал, что это все монтаж. Ну а что они говорят, когда доставили, сколько там, 180 килограмм грунта или 250 килограмм, этот грунт никто никогда нигде не видел. Этот грунт, в смысле, 250 килограмм, она за все поездки вообще, да, на Луну. Вот. Потому что так они и то большими проблемами было. А тут якобы три человека прилетели с камерами, со всем и улетели. Ну у них это, GoPro были, это из будущего люди. Ну да. Это они почитали книжку про Незнайку, да, где упал. Или посмотрели фильм 15-го года «Марсианин». Картошку потом там выращивал. Да, да, и с GoPro-хами бегал. В какой кратер полезем в первую очередь? В Целковского или Ломоносова там? А, давайте на другую сторону. На темную сторону или на светлую пойдем? На темную, зачем нам световая? Светлую так все. У меня костюмчик как раз черненький тоже. Как долго грузят. А может уже миссия началась? Может мы просто ничего не видим? Это же темная сторона. Ага. Она уже прошла, наверное, даже. Негры ночью уголь разгружали, да? Тырят уголь. Блин, а только сегодня был, у меня Дели миссия она была. Любишь Луну, да? Не, ну у меня дали задание, надо идти. Да, здесь тоже, помню, находился до дурения в свое время. Ну, когда в начале, в самом, играешь. Винилу, как ты говоришь. Ванилу. Ванилласе. Я ходил сюда одним. Находился. Я сюда один ходил.
Да где этот визор? Или ты убил его? Убил. Где там еще орёт там? Да все, уже добили. Стесняется. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Толан's journal contains an impressive amount of data. I should probably read it. Done. Это у кого такой оранжевый хвост бегает? A dreadnought shields the hive. У тебя. Тебя он оранжевый. Вообще тоже оранжевый. Но я его не доставал. Нет, он у тебя. Гост это вообще фонарик. Это фонарик. Гост вам подсвечивает. Что-то я не помню, как он гостал. Ну да, у меня оранжевый. Революционный. Жека всегда мне невидимки убивает, красавчик. Кого? Патроны Жека меня всегда обеспечивают. Ага. Ну и сейчас этого хрена убил. Тролля этого. Ой, сколько у меня сегодня баунти что-то. Фрут и фрут. Максимум 16 может быть определить. Ну, в смысле, они обычно у меня там выполняются 2-3 штуки, остальные на следующий день остаются. Нет, а сейчас просто я каждый день выполняю все. По максимуму. Манечина. И курсабл, и этот самый, и ПВЕ. Это у меня, видимо, только глюк. Че? Да там камень висит в воздухе. А, да, у тебя. Всяко бывает. Сзади кто-то бежит, по-моему, не вижу. Они там сидят, короче, если, ну, как бы, не быстро бежать, они, ты увидишь, они там молятся или что такое, сидят, ковыряются в грязи. Зубы чистят. Сейчас этот циклоп здесь вылезет. Да, будет. Ну, сначала визард будет, а потом уже этот. Не-не, сначала он как раз и вылезет, а потом... А, точно, да-да-да-да-да. Ты, я же говорю, сегодня только подходил. Только на харде. Вот, да. Бояшка. Он пропадет потом в итоге, мы его не добьем. Да ладно, добьем. Пропадет он. Видишь, уходит. Он обиделся. Я уже ультанул, нельзя. Я ультанул. А мне нечем ультать. Видишь, я же сказал, уходит. Едете все сейчас хрена пропадут. Из камня вынай отсюда. Блин, а вот я бы ультанул, не ушел бы. Подойди вот к этому камню. Сейчас там. Сюда, иди, стой. Вот здесь вот иди сюда. Смотри, по-моему, соберу. Вынай этот хрень. Камешек. Какой камешек? А, вот. Ну вот сюда куда-нибудь. Я вижу, вижу, вижу. Ну вот он, говно, лежит посредине. Подходи и гостом вынай. And does it still hold the whisper of Crota's soul? According to my analysis, ну, вот на этой миссии, по сути, можно получить те, Балхаммер. А что, так быстро закомплитнулись, что ли? Нет, нет, еще там дальше. Там сейчас двери надо будет, они с одним замком и тремя замками надо будет открывать. Реликт таскать. Обиделся, что ли? Он у нас инфекция называет. Нифига себе. И я тоже глупо сделал, решил это воскресить. Да. Чё, ну ничего. Тут убегать надо. А, да, тут убегать надо, ё-моё. Его не нужно убегать. Точно, точно. На да, его без вариантов. Можно... Там ещё дверь закрыта. Всё, погнали. Отстреливаться вообще не обязательно. Короче, игнори, Андрей. Перепрыгивать можно, да? Беги, все. Да. А там не это самое, слишком... One, one! Просто когда они стреляют, тут здоровые, уже прыгай, перепрыгивай. За ним прыжком стороны. Какой-то есть. Мы же на Луне, это Луна, типа, походка Луны, полет. С гравитацией. Не оглядываться. Ну да. Музыка нормальная. Жека бежит, короче, я за ним. Все на него агрятся. Ну да. Я просто бегу.
Ух ты, ё. Баран здесь. Баран. Чё так темно стало? Can you hear us? Жиков топил вообще жесть. Ага. Страха глаза велики, да? Ну да. А, я помню. Ух, блин, двери закрываются. Я думал, сейчас прищемит. Ну, почти прищемили. Слышал, он про Гира говорил. Ты сегодня Гира хавать не пошел? Ха-ха. Ну, что-то он понадоел мне, Гира. Что, этих надо бить? Не надо? Да, да, конечно. Прищищаем. Нифига он деревянный, что за дерьмо. Хэшот не убивает. Все, дверь открыта. Ты принес реликвию, да? Забегай, да, в тапочках. Ома. Фиолетовый. Так, вот где вторая, я сейчас вспомню. Где они резаются, там обычно. Да, вспомнил, только теперь бы не умереть. Понятно. Всем бы там быть. Ух ты, елки-палки. Теперь бы не умереть, да? Угу. Чуть не убили. Чего он бьет? А, убиваю! Наверх, да, надо сюда? Да нет, это я отстреливаю этих чертей. Вообще, да. Нет, не наверх, вниз. Если можно. А вон, туда вот, надо Жеку подхелпить. Или еще жрейки? Я одну уже поставил, сейчас вторую. А. Кто-то это симобья хреново тонна. Ну да. Чё происходит? Чё вы творите вообще ничего? Отстреливай, чуваков, отстреливай. Жека пока реликвии они... таскает. Испугались. Я уже вторую притащил. Где ещё лейтенанты? Ну вы идёте? Куда? Да. Дверь. Да я хотел улетел всех. Блин, дверь закрылась. Все, иду. Да прям тут анимация странная какая. Дверь открыта, я за тобой бегу. Хреняк прям перед носом у меня резко. Текстуры выросли. Как будто она всегда закрыта была. Так, короче, Жеку прикрываю, в общем, и все. Вообще тут, если нас на них прикрывать, тут как бы легко более-менее. Убегаешь просто, и все. Слушай, когда фигня сыпется с них? Это баунти, наверное, мне собирать надо. Наконец-таки, я тоже баунти себе нашел. Походу все. Пропаем, блядь. Все? Ну да, найти в труп. Там да. Наверное. Да у меня баунти тут я не собирал какие-то. Потом закроешь. Не собирал, ты закрыл. Собираешь их в городе.
Жека чешет. Да он там уже кого-то даже пинает. Пука-пука-пука-пука-пука-пука. Слышно. Пука-пука-пука. Капа-капа-капа. Запрыгнуть ты можешь. Да нет, там у меня какие-то еще баунти, видать, нужно было подобрать. Я не все. Левел ап, 34-й. Миссион комплит. Ну что, все? Ну, наверное, сейчас. А что же идет? А если на орбиту улететь, ничего не дадут? Не знаю, а как то улететь сейчас? Как, когда что-то идет, не знаю, а до этого, понятное дело, не дадут. Ты типа покидаешь миссию просто. Лучше не рисковать. Ну, что-то я вообще ни на кого не убивал, ничего не дали даже. Так ты что там вообще шкерился непонятно где? Ага. Типа я там походил, там посмотрел. Ну все, теперь точно надо ложиться уже. Сейчас ночь нафиг. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Лорд Вуда Железное Сердце, всем спасибо. Это игра Destiny была. Всем пока. Хочу подарить своим подписчикам игрушку CSGO, дистрибутив, который я пришлю победителю прям в Steam, прям в инвентарь закину эту игрушку. Ну, а там вы уже что хотите с ней делать. Хотите кому-то другому передарите, хотите себе оставьте, активируйте все. Для этого ничего не требуется. Просто сделается небольшой репостик из нашей группы. Поста с записью, вот, опять 25. И я потом случайным образом разыграю среди своих подписчиков.